Оф, вот здесь дерево. Наконец-то купил себе утечку. Кря, теперь я спокоен. А не текайся, как и моя прежняя утечка. Попали. А утку так и не нашёл. Может, вы мне поможете? Ну давай разберемся. А помнишь того типа странного? Он подходил и каждый раз спрашивал про утку. У него еще куча уток в мешке. Да, он каждый раз появляется, когда мы пытаемся найти утку. Да, судя по всему, он живет где-то неподалеку от полицейского участка. Давай попробуем найти его укрытие. Пойдемте.